Приветствую! Вы на канале Звездный Социум. В этом видео Александр Энберт о вынужденном уходе из спорта, участии в ледниковом периоде и отношении с Ольгой Кузьминой. Итак, к новостям. Проект «Ледниковый период» подходит к концу. Участники уже завершили тренировки и знают все итоги. А мы с вами ждем конца декабря. Одна из самых ярких пар на проекте – Александр Энберт и Ольга Кузьмина. Их дуэт неизменно входит в число лидеров по итогам каждого выпуска. Ольга стала аж шестой партнершей Александра за всю его ледовую карьеру. По признанию самого фигуриста, это была не самая легкая смена. Однако спортсмен отзывается об Ольге Кузьминой исключительно в положительном ключе, говоря о том, как усердно и старательно она работает, пытаясь разобраться во всех тонкостях фигурного катания. Кстати, если вы считаете, что победит пара Кузьмина-Энберт, ставьте плюс в комментарии. Такой подход дает свои плоды. Что скрывать, многие телезрители прочат именно этому дуэту победу. Действительно, техника и артистизм у них на высочайшем уровне, что бы ни говорили иной раз судьи. На проект Александр Энберт попал по приглашению самого Ильи Авербуха. Тут стоит отвлечься и сказать о том, что Александр был вынужден завершить спортивную карьеру. Молодой человек отдал 25 лет своей жизни фигурному катанию, но из-за проблем с сердцем большой спорт, увы, для него закрыт. Участие в ледниковом периоде стало глотком свежего воздуха. По собственному признанию, Александр Энберт с воодушевлением взялся за работу, отодвинув на второй план иные проекты. В дальнейшем он также планирует заниматься тренерской деятельностью или же уйти в спортивный менеджмент. Ложка дегтя. Александр Энберт признался, что, скорее всего, участие в ледниковом периоде, да и подобных ледовых шоу, разовое. Хотя все возможно. Ставьте палец вверх, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.